Курским мамам помогают сохранить профессиональные навыки в период декретного отпуска. Сегодня воспитание ребенка можно совмещать с трудовой деятельностью. Как это сделать, рассказали на заседании Координационного комитета содействия занятости населения. В Курской области проживает более 600 тысяч женщин. Это почти 55% общей численности населения. И примерно такая же доля всех безработных – представительницы прекрасной половины. Особое внимание мамам. В Курской области вопрос их трудоустройства решают в рамках целевой программы. Чаще всего, рассказали специалисты, их интересует переобучение. Так, в этом году новую специальность получили более 100 женщин. На эти цели потратили 1 000 000 рублей. За прошедший год к нам обратилось 1777 женщин по вопросам трудоустройства. Ну, где-то порядка 680 мы трудоустроили, около 300 человек обучили, 180 человек приняли, поучаствовали во временных, общественных работах. В регионе помогают и с открытием собственного дела. Единовременная выплата – около 100 тысяч рублей. В первую очередь содействие в организации бизнеса многодетным мамам и женщинам, воспитывающим детей-инвалидов. В этом году такую возможность уже получили 16 человек.